Блин, муж тоже к нам подошел. Бочка варен доволь, да? Да. Бочка варен доволь, да? Думаем, еще эту неделю отбить, может, новые, и потом поставим. Нарушение права на информацию. Это же навалы всего есть. В чем проблема-то? А у кого лицензию? У кого лицензию снимать? Кабмину доповедать. Почему мы думаем, к Кабмину не подходят журналисты? Из-за того, что вы, оказывается, вы все записываете, передаете в телерадиокомпании, что ли, или что? Нет, мы ведем для себя запись и контролируем каждого журналиста. Для чего? Цензура? У нас цензура? У нас нет свободы слова. И утечка, чтобы информации не было. Какая утечка информации? Объясните. Что Кабмин не дает людям землю, это утечка информации называется. Об этом и так все знают. Это же наш. А это наш журналист. Они скажут, что журналисты посмотрели, они же откуда спрашивают. Ты это потом на Ютубе выложишь? Да, выложим. Не, выложим, потом еще первый раз такой, как раз попал. Мы один раз журналисты уже спросили, что они хотят. Вот сейчас подходит. Мы тут каждый день шумим, каждые 15 минут. Ну сейчас пусть он... Давай. Что такое? А у нас каждые 15 минут это здесь такое шумное.